Приготовим трайфлы с малиновой начинкой. Яйца взбиваем с сахаром до пышной светлой массы. Всыпаем муку и разрыхлитель, аккуратненько перемешиваем, вливаем молоко и растительное масло, переливаем тесто на противень либо в любую форму, разравниваем и печем при 180 градусах до готовности. Полностью остужаем бисквит, перекатываем его в блендер и измельчаем. Для начинки смешиваем малину, сахар и крахмал. Варим до густоты, перекладываем в миску и полностью остужаем. Для крема смешиваем маскарпоне с сахарной пудрой, затем вмешиваем сливки. Стаканчики у меня объемом 200 мл. На дно выкладываем бисквит, поверх крем, начиная с краев, затем малиновая прослойка. Начинки по соотношению с бисквитом должно быть ровно наполовину меньше, либо на ваше усмотрение. С краев начинать обязательно, потому что трайфлы должны иметь максимально четкие линии, слои должны быть видны. Поверх снова выкладываем бисквит и разравниваем это все кремом. Украшаем по желанию, у меня это малина, мята и кумкват. Желательно дать им пропитаться, но можно есть сразу. Подаем к чаю и наслаждаемся нежнейшим вкусом.